Чего хочет каждая женщина? Денег и секса. Сколько денег? В месяц? Да. Ну, 500 подойдет. Нормально. Сколько секса? Каждый день. Утром, днем и вечером. Для поддержания женского здоровья. Привет! Ну как у вас дела? Где ваши 500 штук? И где кекс каждый день? Вот просто, знаете, на секундочку. Мужчина, который много работает, который зарабатывает. Как вообще у него дела обстоят с выходными? И как часто, и как регулярно, и как много ему все это нужно? Ему, в принципе, нужно, чтобы кто-то быстренько подошел, там быстренько его ублажал, и все. Ему не хочется напрягаться, потому что он устает. Либо он работает головой, и это, соответственно, очень колоссальная нагрузка, ты ничего потом не хочешь. Либо он работает руками, это огромная физическая нагрузка, и ему, соответственно, ничего не хочется. Блин, ну, большинство людей реально такие не устают. Да, он там периодически готов там почпокаться и все такое, но... В целом, такие мужчины, которые много зарабатывают, которые реально там прям вот полностью поглощены работой, им вот это все нужно, конечно, но не в таких количествах, как тёлкам, которые не работают, а сидят на чужой шее.